Колумбии начались кофейные бунты. Местные фермеры вышли на улицы с требованием к правительству повысить субсидии. Государственная поддержка им потребовалась после того, как упали цены на кофе, который они производят. Акция протеста вылилась в ожесточенное столкновение с полицией. Стражи порядка не смогли успокоить толпу до тех пор, пока в ход не были пущены дубинки и слезоточивый газ. Народное возмущение в Колумбии растет на фоне общего экономического упадка в связи со снижением цен на кофе. Напомню, эта латиноамериканская страна занимает четвертое место в мире по объему производства кофейных зерен. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал демонстрантов прекратить акции протеста, заявив, что своими действиями фермеры лишь усугубляют проблему. Оппозиция же обвинила правительство в неумении справляться с кризисом.